вот то, что мы сейчас видели, пожалуй, лучше всяких аргументов словесных подтверждает, что со сборной Кипра шутить нельзя, что это вполне серьезная команда, готовая наказать любого взорвавшегося фаварита. Папа Василио. И гол! Вот это да! Это Гогич, 9-й номер. Самым, что имеет классическим образом, открывает счет в сегодняшнем матче. 1-0. 1-0. Сборная Кипра выходит вперед. Дениша Гогич. Посмотрите. Никто его за ним не следил из защитников. Вратарь Станислав Черчесов далековато собирался перехватывать этот мяч. И на ближней штанге Гогич буквально внес мяч в ворота. 1-0. 1-0. Проспали наши защитники. И вот теперь задача сборной России усложняется троекратно, а может быть и пятикратно, и десятикратно. Потому что теперь киприотам есть что защищать. Они ведут в счете. Кроме того, теперь они могут уповать уже совсем на такие разовые атакующие выпады. Только один мяч они уже забили. И наверняка в обороне будут играть куда более вдохновенно и куда более заряженными на борьбу будут выглядеть в каждом эпизоде. Сборная России активизируется теперь уже мало. Нужно срочно сломать свою психологию, нужно срочно использовать те моменты, которые предоставляются. Очень буквально понял мои слова о срочности Игорь Симутенко. Что, собственно говоря, они и напрашивались. Я думаю, что все и так было ясно. И тут же счет сравнялся. На 30-й минуте Гогич первый мяч, и на 32-й Симутенко счет сравнивает. Классической своей манере сыграл Игорь на опережение. Петридис, пожалуй, не совсем удачную позицию.